Здравствуйте, мои дорогие зрители! С вами Школа Рукоделия и я Вика. Сегодня я хочу вам презентовать наш новый совместник, который начнется сегодня. Он начался, вернее, набор по льготной цене. Сейчас немножечко расскажу вам про модель и про то, как он будет проходить. Проходит он у нас в телеграм-канале. Это платный телеграм, отдельный канал. Также к нему есть чат общения для общения, обсуждения моделей, пряжи и так далее. Это для тех, кто не знает, как проходят наши совместники. Значит, всегда у нас при старте самая низкая цена, это до 50% скидка. И эта низкая цена именно сегодня. Для того, чтобы отследить самые низкие цены, желательно быть подписанными в Telegram или Instagram. Или там, все у нас дублируется Telegram, Instagram. Вот, поэтому выберите ту сеть, которой вы пользуетесь, чтобы быть в курсе всех новинок, потому что у нас каждую неделю что-то да происходит. Вот так, вот так. Теперь немножечко про модель. Модель очень безумно интересная. Это Dior, только с показа, еще никаких магазинов, нигде ничего. Мелькнула эта модель на показе. Совместник, кстати, ведет Инесса. Вот ее ручки вяжут. На фоне ее ручек я снимаю это видео. Инесса у нас универсал, вяжет правой и левой рукой. Совершенно уникальный человек. И в хорошем смысле слова, и как бы девочки, которые уже были в совместнике у Инессы, я думаю, все довольны, и все приходят второй, третий, пятый, десятый раз. Вот именно этот совместник ведет Инесса. Опять же, про модель. Значит, что у нас по модели? Модель классные жгуты, и между ними сетка, вточной рукав с вывязыванием головки рукава, с посадкой этого вточного рукава. Поэтому совместник обещает быть очень интересным, очень информативным. Вы очень много всего узнаете. Вот косы эти расходятся по как бы вырезу, раскладываются так по переду. Вот очень интересная модель, укороты внизу, чтобы выровнять это все, выточки, посадка по фигуре, вточной рукав, вырез, ой, горловина, да, и будет два варианта, с сеткой и без сетки. То есть вы можете связать просто изнаночной гладью между косами, это все покажет Инесса. Вот, то есть, да, я понимаю, что вот эти вот ажурные сетки не совсем уместны к зимнему варианту джемпера, да, поэтому будет два варианта. И поэтому вы можете связать, как вот представлен костюм, юбку, джемпер. Также вы можете легко связать платье в этом совместнике, поэтому думаю, что и научиться, тем более научиться вязать вточной рукав, это, я думаю, всем нужно. А Инесса, как никто другой, вам это расскажет, покажет и научит. Два варианта косы, два варианта узора. Пряжится Непал от Drops. Очень классно смотрится этот узор. Такой он сединой черный цвет, но он сизый, такой безумно красивый. Вот. Ну а все подробности в Telegram, в Instagram, я все пишу. И не забываем, что сегодня самая низкая цена, и это 5 долларов всего лишь. Приобрести доступ можно у нас на сайте, там вы переходите, оплачиваете, вам на почту приходит письмо, где есть такая функция в Telegram, и вас сразу, вы туда нажимаете и перебрасывает в Telegram. Также ваши все покупки сохраняются на сайте, то есть вы в любое время можете выйти оттуда из группы и по новой зайти с другого устройства, с другого Telegram. То есть это у вас остается информация навсегда. Вот поэтому всех вас ждем с нетерпением. Начался новый вязальный сезон, поэтому утепляемся, вяжем красивые вещи. Вот,
и общаемся. У нас самая главная фишка наших совместников – это общение девочек в чате. Вот. Кто не хочет общаться, тот не общается, тот просто вяжет. Потому что люди разные, у некоторых общение занимает половину всего процесса, а кто-то вяжет в тишине. Поэтому у нас можно и так, на ваш выбор. Вот как хотите. Всех ждем. На сегодня все. С вами была Вика из школы рукоделия, а также Инесса, которая ведет этот совместник.